посмотрим, как Локомотив быстрее бегает. Вот два Локомотива стоят. Резиноход. Сейчас посмотрим. Почти одинаково. Как видите, бегают они одинаково, два локомотива, резиноход. Одинаково. Сейчас посмотрим синий. Немножко похуже. Да нет, одинаково. Сейчас паровозом проверим. Ну, конечно, паровоз проигрывает. Паровоз здесь проигрывает. Сейчас посмотрим, где 69 бегает. Здесь наоборот Е69 быстрее бегает. Здесь проигрывает резиноход. Это быстрее бегает Е69. Сейчас второй Е69 посмотрим, как он будет бегать. То же самое.
еще быстрее бегает. Сейчас проверим 2Е69, как они бегают. Е69 быстрее бегают. Провод здесь вообще проигрывает полностью. Быстрее бегают все-таки. Очень
Интересно, двигатели у них одинаковые там стоят. На этом теперь все. Кому интересно, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр. Пишите сообщения, попробую ответить. Ставьте лайки. Все, всем доброго. Всем пока. А сейчас попробуем, как они все побегут вместе или нет.